Друзья, мы продолжаем наш микрофестиваль «Эмигрантская лира» в Амстердаме. Я не знаю, лучше меня слышно с микрофоном или хуже, наверное, все-таки лучше, да? Не сильно фонит. Это попробуй, нормально. Микрофон может быть хорошо. Нет, ну я так на коротко. Нет, не фонит. Нет, прекрасно. Мы продолжаем наш микрофестиваль нашим традиционным вечером, который в этом году носит название «Эмигрантская лира» в Амстердаме. 2-3 слова о регламенте, вы, наверное, в курсе, но я напомню. Традиционно на всех наших поэтических вечерах участники их читают стихи в алфавитном порядке. Это отражает отчасти наш природный, присущий нам демократизм, потому что на наших мероприятиях все равны. В алфавитном порядке, к сожалению, ну не повезло тем, у кого фамилии на Ю, на Я, ну что делать. Да нет. Регламент простой, примерно около 4 минут читает свои стихи каждый участник вечера. Содержание стихов ничем абсолютно не ограничено. Главное, мы слушаем хорошие, замечательные стихи. Мое пожелание традиционно, если можно, первым стихом что-нибудь так в тему, да, связано с ностальгии, там, не знаю, сплачивает, это все банально, тогда смешно звучит. Но вы меня поняли, все, что связано вот с нашей жизнью за рубежом. Тут уже смешного ничего нет. Но это не обязательно. Нет? Нет. 4 минуты. Прежде чем начать нашу программу чтения, значит, чтение стихов нашими участниками, я приглашаю к микрофону нашего голландского партнера и уже знакомую вам Валерию Андерс, которая прочитает свои стихи и представит двух своих коллег, членов ее объединения. 3 человека. После этого мы идем от буквы А до буквы не Я, а Ю.